Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове 10 часов 43 минуты, 5.08.2016 года. По возможности постараюсь затронуть ряд тем, которые, на мой взгляд, носят как и важный характер, так и очень важный. Но хочу начать с пустяков относительных. Как я сообщал неоднократно, в «Одноклассниках» и в группе ВКонтакте я выкладываю ролики, которые не попадают на YouTube. Судя по небольшому количеству подписчиков в «Одноклассниках», в частности в «Одноклассниках», люди проходят мимо иногда интересных роликов. Самое что интересно, что я так понимаю, что многие люди, которые подписаны в «Одноклассниках», не имеют ни малейшего представления, что у меня есть канал на YouTube. Настоятельно рекомендую все-таки подписаться на мой канал в «Одноклассниках», потому что иногда там проскакивают видео, которые не выкладываются на мой канал. Еще хотел бы отметить, вчера с большим интересом изучил один ролик «Конюхов сверхчеловек», если не ошибаюсь, он так называется. Есть же вот тоже замечательный, талантливый исследователь Юрий Тимовский. Юр, вот на самом деле, я вот послушал, ну у тебя же голова, это ж просто, это светлейшая, у тебя... Четко ты раскладываешь все по полочкам. Но почему твой вот этот драгоценный опыт не применить на практике, связанной с сотовой землей? Ведь сотовая земля – это не теория. Сотовая земля – это догма. Вот многие люди, ну, может, не многие, но бывает, я сталкиваюсь, этимологию, терминологию не понимают слова «теория». Понимаете, что вся вообще наука в мире, она построена на теориях. То есть аксиомы, постулатов и догм практически не существует. То есть что вы куда-нибудь пальцем не ткните, это все теория. Физики наши, теоретики. Насколько мне известно, физика на наш язык современный переводится как природа. Если физики не знают природы, как они могут какие-то там расчеты и замеры делать? Мягко говоря, грубо выражаясь. Вот. Недавно монтировал ролик для своего друга. Причем по собственной инициативе, он даже не знает, что я на его песню сделал клип, три клипа. И я, когда монтировал аватар, обратил внимание, что карта, которая находится у них на столе, она в шестигранной окоемке. То есть, если кто будет пересматривать внимательно фильм, ну тот ракурс, который мне попался, насколько я увидел, шестигранник идет. Но это не принципиально, это так. Для того, чтобы запустить работу нейронов мозга. Иногда спрашивают нечасто, что такое коллайдер. Ну, сразу в двух словах скажу. Любой современный коллайдер – это самый настоящий психотронный генератор. Не больше и не меньше. Самый обыкновенный. Еще, кстати, хотел бы коснуться, это тоже такой в двух словах темы одной. Вы знаете, как у меня вот самого, ну, бывают загадки, которые я люблю разгадывать. И очень много лет ломал голову над перевалом Дятлова, над группой Дятлова. Что же там случилось? И просто вот люди задают вопросы, и мне как бы я вспомнил этот момент и тоже с вами поделюсь, что же на самом деле произошло на перевале Дятлова. А произошло самое обыкновенное и испытание оружия, которое и сейчас происходит, и тогда происходило. Просто специальные службы находят одиноких людей, одинокие группы и испытывают на них всевозможное оружие, как оно будет работать на человеке. Возможно бы, как и другие группы, и про Дятлова мы бы ничего с вами не узнали, если бы просто не остался в живых очевидец, который с ними не пошел. А так бы о существовании этой группы никто бы не знал. Ну вы помните, по официальной истории, ну в принципе это и достоверный факт. Был человек, который в самый последний момент по каким-то причинам с ними не пошел. Они пошли и их убили, испытавши на них это оружие ужасного характера. Вот. И если бы не этот человек, который просто знал о их существовании, так бы и канула эта история, трагедия в лета. А таких трагедий происходит сплошь и рядом. Вот. Почему, вот меня тоже спрашивают, почему я... Не боюсь озвучивать вещи такого характера. Ну, первое, самое основное, я абсолютно знаю, что мы бессмертны, поэтому что переживать. Уже миллионы раз мы с вами перерождались. И, как говорится, очередной раз
переродимся и встретимся и в этих мирах, и в других, и так далее. А во-вторых, я просто знаю, как работает психология у людей, и как темные тоже прекрасно знают, как психология у людей работает. Вот человеку сказали, допустим, какую-то страшную информацию. Все, он услышал, вот он первые там 3-5 минут попереживал, а потом все, и как бы забыл. То есть не принял руководство к действию. Как вот у меня спрашивали не раз, если мы с Сергеем Тарасовым утверждаем, что самолеты никакие не падают, то куда же девают тела несчастных людей, которые не погибают? Вот тоже, вот сейчас озвучу, люди поухают, поахают, а все равно в Макдональдс будут ходить. К сожалению, все тела идут на фарш Макдональдс. Отсюда и у них и распродажи бывают. Там очень дешево предлагают. Только в одной Америке ежегодно на фарш Макдональдс идет более 300 тысяч человек. И вот я это озвучил, и те, кто нашей ячейкой, так сказать, правят, так сказать, нашим огромным концлагерем, они особо переживать не будут. Ну, сказал человек, ну, подумаешь. Его услышали, хихикнули, пошли это в Макдональдс давиться едой. А это ж опасная вещь во всех проявлениях. Вот коров, когда начали в Англии кормить ихними собственными родичами, ну, перерабатывали костную муку коровью и добавляли в комбикорм. Так коровы с ума сходили. А вы посмотрите на наших, так сказать, сограждан тоже сходят с ума. А граждане так те, которые, кстати, за гратами. То есть ограждение. Вот поэтому мы граждане. То есть мы ограждены, граты. Сюда же, кстати, по теме хочу сказать. Вот люди используют слово «кон», и люди слово «закон» используют. Вот церковнослужители, они же не используют «мы живем по законам». Они говорят «мы живем по канонам». Потому что каноны – это у наших светлых иерархов, да и у нас, в принципе, это самое основное. Кон – это круг. Кто выходит закон, тот нарушает, так сказать, правила и порядок. Поэтому те, кто живут по законам и создают законы, это самые обыкновенные преступники. То есть человек, который вышел закон. И я уверяю, в данном случае смысловая нагрузка очень важна. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. То есть если мы живем по законам, значит у нас вот так, такая гедота и происходит. Если мы будем жить по канонам, уже будет немножко проще. Да, меня друзья переживают, отдергают от подобных тем. Говорят, лучше говори про землю, тише едешь, дальше будешь. Да ну, вот это размазывать по тарелке кашу, честно говоря, иногда устаешь. Ну, в том плане, что просто мозговая атака, когда терминологию правильно подбирать, вот смысловые нагрузки, вот допустим, опять же, в двух словах, кону и закону. Вот если мы, допустим, у нас в понятии было, что кон это добро, а закон это дегенератство, то у нас уже сразу так, мозг уже так более хитрее реагирует. Так, значит, закон это дегенератство. Естественно, законы создают дегенераты, и по законам живут дегенераты. Вот. Ну, кто-то скажет, человек это революцию поднимает. Нет, только пробуждает. А революции нам не нужны. Революция нам нужны информационные. Они это самое, как вот тоже вчера кто-то ВКонтакте спросил, а поясни, почему ты говоришь, что на улице выходить, требовать своих прав не стоит. Да это уже проверенная миллионы лет тактика темных. Он в Америке постоянно, еще неизвестно с каких там затертых готов, создают прецедент, когда убивают какого-нибудь темнокожего подростка, белокожий полицейский. Люди выбегают на улице, бунтуют, их кидают в тюрьмы. Вы знаете, что в Америке самый большой процент соотношения заключенных во всем мире. И садят их в тюрьмы буквально по банальным причинам. Первая основная это дешевая рабочая сила. То есть вся Америка живет на тюремной рабсиле. Вот. Поэтому темные и добиваются того, чтобы люди выходили, бунтовали, их сажали, закрывали. Вот, кстати, тоже обратил внимание, вот эти тосы, шмосы, вот это люди, это общины создают деревья, это уходят в леса. Ну да, вы молодцы, вы, конечно, это называется «после нас хоть потоп». Вас не устраивает там, что жизнь, оно, дорогая, надо уйти в лесок, себе избушку срубить и жить в этой избе. Так сказать, век свой докоротать. А что там будет после нас?
хоть трава не расти. А вы понимаете, что это вот эти всякие тосы, шмосы, вот эти всякие общины, это с подачи темных все это. То есть раньше они нас загоняли в города, они вообще поменяли всю тактику. Вот они поняли, что действовать надо сейчас по-другому. Вот в двух словах. Если раньше они сами строили города и пытались залезть под землю, а нас тут на поверхности ядерными бомбами загасить, то в силу сложившихся обстоятельств, так как не существует того ядерного оружия, которое нам говорят, и никакого обмена ядерными ударами, я вас уверяю, не произойдет. Его, этого оружия просто нету ни у одной страны мира, даже у того пресловутого Китая. Ну так, фейерверки там, может, как говорится, классическое оружие. Но ядерного того, что мы знаем, там грибки, шмыбки, такого оружия нету. Поэтому они поняли, что гасить нечем нас тут на поверхности, а как гасить? Собираем народ в город, потому что если народ рассредоточен по деревням, это очень тяжело одним махом накрыть. Поэтому всех загоняют в город, на город кидают ядерную бомбу, все, как храбрый портняшка, одним махом семерых. Ну, он там мух, правда, убил. Ну, видите, мы для них мухи. Вот. Поэтому, когда они поняли, что это очень проблематично в плане реализации, они придумали тактику, чтобы люди создавали свои поселения и рассредотачивались. Как это будет происходить? То есть появится, допустим, на определенной площади тысячи маленьких деревей с населением там по 100, по 1000 человек. И они будут спокойненько в темной и из каждой в деревне переходить из одной в другую. В одну пришли чисто на физическом уровне, как говорится, без ядерных бомб. Покосили автоматами. В соседней деревне и не подтянутся, и не будут знать, что там происходит. Как там оно. Кстати, пресловутая поговорка «Моя хата с краю». Нам же все переначали. Вот я приводил пример. И один поле воин, коль по-славянски скроен. А нам оригинал заменили. Или там как перекривили, что если тебя ударили это по правой щеке, подставь левую. В оригинальной, если тебя ударили по правой щеке, ни в коем случае не дай себя ударить по левой. Так вот, поговорка «Моя хата с краю», она тоже поменяла смысл. На краю деревень всегда селились воины. То есть, более сильные люди, если шло на деревню нападение, они первыми принимали удар. Поэтому они говорили «Моя хата с краю». То есть, если в случае опасности, я сильный человек, я приму первым удар на себя. А в центре всегда слабых там селили. Ну, грубо говоря, детей, стариков, да, но это так утрировано, ну, смысл. Вот, поэтому деревеньки вот эти, это уже было не раз, то есть люди расселятся, будут там себе это коровки там, помидорчики на грядочке, а они будут ходить из деревни в деревню и потихонечку это вычищать, и одна деревня там дальняя не будет знать, что происходит в другой деревне. Ну, позвонят по телефону. Скажут, извините, помогите, нас тут это пришли. Даже если и подтянутся, уже все, время прошло. Поэтому вот эти всякие общины, это очередная утопия. И можете даже не сомневаться, когда мы находимся в оккупации, в самой настоящей, наша ячейка оккупирована, это большой концлагерь, то в первую очередь надо избавиться от иго, а потом уже заниматься благоустройством. Ну, у нас люди, как я вначале говорил, принципиально вот эти страшные вещи. Ну, послушали, ну, страшно, ужасно, ну, и забыли. А чтобы выйти из сложившейся ситуации, всю информацию надо постоянно держать, как говорится, в себе. Ну, в том плане, что всегда помнить. Пришел в Макдональдс, помни, здесь кушать нельзя. Развернулся и ушел, и так далее. Выход только распространение информации. Только распространение информации. В любом случае, как хорошо у песни Велеславы спета, нам не ждать благодать, нам бы души спасти. Хотя бы спасти души. Ну а с вами был, как всегда, Вячеслав Котляров. Спасибо большое, что слушали меня, слушаете меня. Всего вам доброго и спасибо вам за ваше внимание. До свидания.